препятствия здесь. Смотри, вдвоем идут. Молодцы, ребята. Вот это офрод. На трех колесах. Квадроциклу тут нечего делать. Второй Сузуки Тигуан. Опа! Сузуки приглох что-то. Что, свечу залило? О! Посмотрим, как там. Вот так ребята отдыхают. Следующий на подходе. Опа, танкисты валят. Идут. Опа-па. Еще и ребенка забрызгали. Фу, блядь. Да. Это офрод, да? Что такое вообще? Что такое, да? Замочили ребенка, девочку. О, завелся. Как они, мотоциклы, работают? Живущие мотоциклы, да? Вот так, ребята. Ну что, еще один монстр остался. Аккуратненько. Вроде все пролетели. Что там, Слава решил испытать? Мотоцикл? Оффроуд? Сейчас посмеемся, наверное, кто-то упадет. Обедик раздают. Молодцы, ребята. Спасибо за суп. Горячий. Мадам, благодарю. Да, благодарю. Говорю в эту сторону, а там не знаю, кому попадет. Кому спасибо попадет. Да, ты передашь. Ребята, молодцы. Супчика. Хлебушка, ложечка. Машенька, привет. На дороге у нас тусовочка такая. С Минска, ребята. На Кавасаки. Сузуки, Ямахи. С Минска приехали. Гродно. Миша, привет. Спасибо. Привет. Как настроение? Нормально, хорошо. Что, все нормально? Ребята не пожалели мотоцикл. А что будет, хер с ним, да? Что там сломать можно? Да, чужие. Сложно. Нормально, хорошо. Вкусно, горячее, конечно, прикольно. Наши. Ну что, научились на драндулете ездить, да? Убегаете, да? Задавлю. Гена, твое впечатление? Меняешь квадроцикл на трех? Да,
супер тормоз только надо поставить. Это как CF мод, он без тормозов. Без тормозов, да? Очень боится, пассажир мой боялся. Я говорю, ложись на бок, так коляску поднять, он ничего не хочет. Серьезно решил? Славыч? Да. Серьезно решил прокатиться, да? А где ноги? Короче, пока клиент созрел, продавай ему. Заплатит сколько? 500 евро? 1000? Отдаст? Не, ну знаешь, как реликвия стоит, да. Короче. У всех есть нормальные мотики. А этот хороший, да? Инвестиций больших не требует, да, не вложено, да, в него, да? Да. Ощущения? Погоди, ты охуеть. Тормозов нет? Отходи сейчас. Главное, доехал, чтобы кувет не ушел, да?